Так. И че здесь спустился там? Что тут вообще есть такое? А это что висит? Это ключ какой-то. Ладно. Может быть, этим вот этим вот ключом можно что-то сделать вот здесь. Посмотрим. Жмем. И быстренько. Прыг. Такой забавный. На самом деле, робот. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Позасмотрелся на робота. Такой прикольный. Ай, успеешь, не успеешь. Друг. Нет, не успел, в общем. Так, ладно, сейчас. Сейчас-то мы заберемся. Есть, получилось. Так, ну-ка. Ну-ка, смотрите-ка, получается. И чего? Я типа поменял. Пробуем. Так. Мне все-таки кажется, что я все-таки не так поменял. Понятно. Так, сейчас попробуем. То есть провода у нас не скрещены. Попробуем сначала. Попробуем сначала так. Будем скрещивать по одной паре проводов. Вот. Ну вот сейчас будем смотреть, что у нас будет. А, смотрите. В другую сторону начал крутиться. Понятно. Окей, это нам и надо. Так, нажимаем. Быстренько топаем. Все. Сейчас мы прыгаем.
Ничего себе. А что сейчас будет? В камеру посадили. Ничего себе. Так, окей. Так, покурить просит. Фу. Что он в рот взял? Непонятно. Так. Соединить их? Нет, не хочет. Так. Опа-на. Ага. Посушили. Теперь сигарета. Понятно. Ясно. Теперь даем другу сигарету. Классно, через глаз так зажег. Отломали ему руку. Кстати, что это за... Ерунда, может сюда руку? Нет, не хочет. Сюда не хочет. Окей, ладно. Ладно. Так, здесь никак. Хотя, смотрите, тут вот эта штука похожа по форме на дырочку. Нет. Если нет, никак. Нет, тоже не получается так. Ладно. Смотрите, я тут заметил кое-что. Вот. Ну-ка. Ох, испугались. Так, и что делать? А, сюда. Фига. Ну-ка.
Ничего себе. Ну-ка. О! Ничего себе. Соединили. Слушайте, как-то все просто получилось. Это как-то у меня реально все просто получается. Ребята, здравствуйте. Не, не хочешь. Ну и не надо. Дырка какая-то. Так, достаем инструмент. Мышка лежит какая-то. Утащила. Так, еще один злодей. Блин, так много плохих роботов, и у всех шляпа. Ну надо же. А, говорит, не хочу, он меня увидит. Так, значит, надо его отвлечь как-то. Так. Здесь никак. Пробуем вернуться обратно. Получилось. А наверх здесь никак. Ясно. Может быть. А, у меня же. У меня же теперь нет вещей. Я бы мог открыть вот этот люк. Не хочешь? Ладно. Чего мне делать? Так, ну-ка, у него есть ключ. Ага, то есть он говорит, здесь тоже увидит. И здесь тоже увидит. Короче, глазастый. Все увидит. Так. Попробую сходить обратно. Может быть, там есть что-то такое. Может быть, ты возьмешь что-нибудь?
тут нормальный размер можно взять? Да, только я ничего сделать не смогу. Так, надо думать. Надо думать, что можно сделать. Может быть, что-то с этой лампочкой можно сделать? Хм. Так. Значит, у нас тут что-то с проводами и телевизорами. Опанцы. Его можно уронить. Ну-ка. И что? Так. Чего? Так это куда, друг? Так, я понял. Совсем понимаю, что теперь сделать. А, ключ у него взять, наверное. Так, ну сейчас мы разберемся. Уронили. А, патроны-то я забыл взять. Теперь нужно ключом открыть, наверное, вот этот ящик. Эть, не успел. Ну-ка.
штука. А что если я включу еще один монитор? Быстренько. Эти ребята пошли куда-то. Понятно. Я, кажется, понимаю, что нужно сделать.